первый международный винный фестиваль Art Wine Fest 2012 завершился. В течение трех дней поклонники вина могли познакомиться с лучшими достижениями украинского виноделия, узнать о его новинках, пообщаться с энологами и насладиться разнообразнейшей шоу-программой. Каждый день, каждое мгновение мероприятия вдоль и поперек были пронизаны неуловимым ароматом любимого напитка. Мы считаем, что фестиваль вполне удался, цели, которые были поставлены перед фестивалем, достигнуты. Это показать ведущих производителей в Украине по виноделию. Все пожелавшие принять участие в фестивале достойно представили свою продукцию. Все три дня севастопольцы и гости Севастополя имели возможность продегустировать продукцию и, самое главное, приобщиться к культуре потребления вина. Утонченность и изысканность, олицетворяющие саму суть вина в течение этих трех дней, сочетаются на первый взгляд совсем несочетаемым, безумным драйвом, искренним восторгом и неудержимой энергией, что смогло оставить в сознании каждого гостя неизгладимый отпечаток, который еще долго будет откликаться воспоминаниями о незабываемых эмоциях. Эмоции позитивные, положительные, все хорошо, я фотографирую, я довольна, я дегустировала для себя, открыла новые напитки, которых раньше не знала. Мне очень нравится. Я под впечатлением, да. Сегодняшний вечер был наполнен только самыми позитивными эмоциями. И мы искренне верим в то, что этот вечер будет незабываемым для вас. Здесь впервые я в Крыму на таком фестивале. Самые радужные впечатления. Олицетворением сумасшедшего ритма, весомой составляющей Art Wine Fest'а бесспорно можно провозгласить торговую марку «Алекс». Смелый и непредсказуемый раскованный бренд сочетает изысканность и темперамент, солидность и бешеный ритм нашей жизни. Торговая марка «Алекс» – коньяк, созданный, чтобы нарушать установленные правила, ломать устаревшие традиции и создавать новые. Это творение создано путем тщательного подбора благородных французских и выдержанных таврийских коньячных спиртов. В результате этот напиток отличается от традиционных коньяков примерно так, как отличается поколение 21 века от предыдущих. Нет предела совершенству, и «Алекс» это доказал. Новый «Алекс Space Evolution» выпущен к уникальному астрономическому явлению по роду планет 2012 года. Дополнительную ценность, эксклюзивность и уникальность коньяку придает сертификат на владение участком планеты «Алекс». Астрономами Крымской астрофизической обсерватории была открыта и названа «Алекс планета» в созвездии Большой Медведицы. В 2012 по случаю парада планет и новый коньяк предоставил возможность ценителям коньяков торговой марки «Алекс» стать совладельцами одноименной планеты. Посетители лаунж-бара смогли попробовать новый продукт и стали первыми обладателями недвижимости на планете «Алекс». Сотрудники космического посольства «Алекс» в космических скафандрах приглашали гостей и участников фестиваля в лаунж-бар, где гости могли бесплатно попробовать один из межгалактических коктейлей на основе коньяка «Алекс Space Evolution», рецепты которых специально к этому событию были разработаны Всеукраинской ассоциацией барменов. Гости смогли оформить визу в космическом посольстве и стать одними из первых владельцев участков на планете «Алекс» в созвездии Большой Медведицы. Посмотреть на свой участок на планете «Алекс» все желающие смогли в телескоп, размещенный здесь же, на территории лаунж-бара. Посетители фестиваля запомнили огненный цвет с отливом солнца и совершенное качество купажа лучших коньяков, создающий удивительный вкус «Алекс Space Evolution».